Добрый день, дорогие зрители! Вы смотрите передачу «Покашеварим». Брокколи! Фу-фу-фу! Скажут дети. Ничего не фу, дорогие дети и их родители. Сегодня я вам покажу, как приготовить наивкуснейший вариант брокколи в обалденном кляре. Родители, будьте спокойны. Take it easy, be happy. Этот вариант брокколи ваши дети съедят. Хотя не факт. Итак, что нам потребуется? Конечно же, брокколи. Нам нужен примерно килограммчик. Еще нам нужно 200 грамм муки, 1,5 стакана густой сметаны, 100 грамм сыра пармезан, 4 яйца, 1 зубчик чеснока. Кстати, пригодится против вампиров. Вот так вот ему. Раз. Все. Половина пучка укропа, пол чайной ложки разрыхлителя теста. Будем тесто разрыхлять. Черный перец, соль и растительное масло для жарки. Сначала надо очистить чеснок и его раздавить. Взбиваем венчиком яйца. Продолжая взбивать, добавляем просеянную муку, сметану и разрыхлитель теста. Хорошенько размешать и соединить с солью, перцем, чесноком и укропом. Брокколи промываем и разбираем его на соцветия. И тщательно все обсушиваем. С помощью вилки обмакиваем брокколи в кляр и обжариваем в растительном масле до золотистой корочки. Готовые брокколи сверху посыпаем тертым пармезаном. Отличный вариант гарнира готов. Приятного вам аппетита! Битбокс! С вами была передача «Покашеварим». Всем пока! До новых встреч!